Ангарская строительно-производственная компания «Эксклюзив» стала победителем в конкурсе «Предпринимательский прорыв года». В нем приняли участие более 150 различных проектов со всей Иркутской области. Победу присуждали в 6 номинациях. Компания «Эксклюзив» стала лучшей в разделе «Производственный бизнес». Предприятие занимается изготовлением строительных материалов. Сегодня представителя компании поздравил мэр округа Сергей Петров. Но у нас вообще не было опыта. Компания очень молодая, и когда центр «Мой бизнес» предложил нам поучаствовать в данном проекте, и мы, если честно, не ожидали, то есть амбиций таких не выставляли. Я хочу выразить вам свое уважение за те результаты, которые ваша энергия, стремление и желание быть лучшим приносит. Тем более, еще раз повторюсь, это, наверное, отчасти является своего рода индикатором возможности бизнеса в нашем городе, в нашем округе, где можно достигать буквально за кратчайший для бизнеса промежуток времени таких хороших результатов. Кроме того, продукция компании «Эксклюзив» по итогам прошлого года получила высокую награду на международном конкурсе «Гемма». На ближайший год предприятие ставит цель увеличить выпуск продукции в 10 раз.